This is the slack job. Слышишь рассвет? Нас просто нет. И став тишиною лишь, ты поймешь, что не спишь. Ты миг не пропустишь. Музыка, музыка внутри. Смотри, все, что было, сотри. Нам не свернуть с пути. Музыка, музыка внутри. Она не даст мне нужного покоя. Она не даст мне силу сильной доли. Йоу, она дает одну лишь силу воли. Тепло внутри, это тепло твоих симфоний. Ты не пугайся, не бойся этой пустоты. Помни все дни и сожженные мосты. Помятые листы и те заметки на полях. Это не пустота. Музыка внутри меня. Прямо в сердце, сквозь вены. Инъекция души, пустой оболочки тела. Пока есть силы, забери ее с собой. Твой последний бой. И если нужно будет не дышать, чтоб услышать не совсем не жаль. И больше ничего не говори, слушай музыку внутри. И если нужно будет не дышать, чтоб услышать не совсем не жаль. И больше ничего не говори, слушай музыку внутри. Соври всем, где ты будешь, и будь со мной. Время за спиной, там, где забываются лишние люди. Я живу музыкой, она же дружна с тишиной. Музыка тихо тает, тишина уже слышна. А над нами километры неба и снов. В нас живет любовь, как в праведниках Бог. И заполони, как поток дождя всего меня. Ведь ты моя мелодия, ай-я. И снова нас звучит эта музыка. Мы просто не нашли лучше языка. Не похожие, с разными вкусами. Музыка сроднила нас с одним пульсом. Музыка ценнее для тех, кто не знает нот, не ведает октав. Я оставлю ее внутри, даже остальное потеряв. Музыка больше религии, но не требует подношений. Может приковать тебя, не надев цепь или ошейник. Музыка не для ушей, музыка для души. Протащит сквозь километры атмосфер и тонны тишины. Важнее еды и ценнее зарплаты, премии. Где бы были без нее мы и были кем мы? Незнакомцы в кандалах, ипотек и кредитов. Нули с машинами и сердцами разбитыми. И пульс скачет, как эти ритмы. Музыка внутри, хоть ее и не видно. Музыка внутри, хоть ее и не видно. И если нужно будет не дышать, чтобы услышать не совсем не жаль. И больше ничего не говори, слушай музыку внутри. Если нужно будет не дышать, чтобы услышать не совсем не жаль. И больше ничего не говори, слушай музыку внутри. И если нужно будет не дышать, чтобы услышать не совсем не жаль. И больше ничего не говори, слушай музыку внутри.